1 декабря 1938 года состоялась премьера фильма «Александр Невский». Знаменитого фильма Эйзенштейна с гениальной музыкой Прокофьева. Фильм и музыка неотделимы друг от друга были уже на этапе съемок, когда Эйзенштейн выстраивал сцену под музыку Прокофьева. Иногда Прокофьев писал музыкальные фрагменты, исходя из сцен, которые показывал ему Эйзенштейн и присутствовал на съемочной площадке. Но после выхода фильма композитор очень восстановился этим успехом и задумал сочинить кантату, основываясь на музыкальной части кинофильма. И вот это была мука. Следующие несколько месяцев он усиленно трудился над произведением и признавался, что на деле все оказалось не так просто, потому что выразить чувство в музыке, не опираясь на картинку фильма, на которую он опирался изначально, было очень тяжело. И одной из таких сцен, над которой Прокофьев очень долго работал, была ария песни «Девушки на мертвом поле», когда после ледового побоища героиня выкликает оставшихся живых воинов.